сегодня. Произвел ли коммунизм хоть одну хорошую машину? Сегодня мы представляем самый современный, самый новый и самый популярный автомобиль. Это семерка радянского производства. Сейчас очень популярно в Азербайджане. Мотор спереди, как вы поняли, есть две фары. Вот посмотрите, какая оптика. Это взяло было с BMW. Да, this option. Скорости две, передние и задние. Ну, можно иногда включать нейтральную. Это когда ничего не работает, есть небольшая горка. Что же вы скажете? Почему она так низко сидит? Ну, мы знаем, что если зад загружен, значит он хорошо гребет. И никаких проблем в зиму у вас не будет. Заглянем под низ. На протяжении многих лет ничего не загнило. Все целое. Посмотрите, карданный вал как новый. Вы видите, что это за автомобиль? Итак, программа Top Gear была в Азербайджане и передает вам большой привет.